Привет всем любителям пошаговых стратегий, особенно стратегическим жеужикам. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю прохождение на уровне сложности божество с многочисленными челленджами за Индию ядерного Ганди. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, там все эти челленджи описаны. Более того, лежит сейв первого хода. Мне, кстати, интересно... Те, кто параллельно со мной играет, вот тоже проходит эту карту. Как у вас дела? Потому что у нас-то не очень. У нас тут Вавилон улетает. Она технологии уже исследованы. Ну, вот умные материалы и... Главное, чтобы умные материалы не были исследованы. Но вообще уже три этих сделано. А мы, у нас в то же время 1550 год вообще-то. Новое время только... Только новое время. Да, мы, кстати, вышли в обычный век. Что нам взять? Ну, вот каждый уничтоженный корпус. Одно очко, армия, два очка. Но я что-то сомневаюсь, что тут у Египта будет много подобных корпусов. Честно говоря. Но, с другой стороны, как вариант. Почему нет? А дальше. Каждый здание... Промышленной эры и дальше. А у нас... Мы вообще в промышленной эре находимся, да. И вообще нам надо в химию идти, несомненно. Блин. Но мне точно надо в химию идти. Правда, вот тут стандартизация, еще вот это вот. Два района пригорода, два банка. И три линейных пехотинца. А мы в пехотинцев вообще вышли, да. Три линейных пехотинца можно. Кроме того, мы можем же покупать за веру, наверное, их. Или я еще не построил. Часовню великого магистра. Национализм. Тут вот минус, к сожалению, точно бомбарды. И я вот не уверен, что мы смогем Абидоса пробить. Бомбардами и пушками. Так, а тут у нас холм. Нет, блин. Ну, подводим сюда пушку, потом она сюда у нас встанет, видимо. Так, я бы разграбил кампус. Да, больно. Больно атаковать пока что. Что, просто стоим, чтобы... Ну, Абидос, возможно, все-таки я доковыряю. А вот дальше что делать, фиг знает. Так, союз у нас с Венгрией. Так, давайте еще с бразильцем объявим дружбу. И какой? Научный или религиозный взять? Давайте научный. О, кстати, у него янтарек есть. И не, черепашки у меня у самого есть. Нет, алюминий он точно не будет давать. Ну, нормально. На счастье. Так, вообще надо, у меня еще там есть... А, да, сахар есть. С кем-нибудь из дружбанов можно? Хлопок. Вот я не уверен. Возможно, я хлопок уже у кого-то покупаю. Не, вообще у нас тут... Да, вообще покупаю. Блин, а должно ж показываться. Я ж интерфейс вроде как включил. Ой, я, по-моему, его не включил. Блин. Так, включил я. User интерфейс. Потому что с ним просто удобнее и торговать, и смотреть, что у тебя строится. Вот сейчас сразу видно, что, например, видите, хлопок у меня есть. Нету смысла торговать. Так, с кем я могу? 3, 4, 5. Вот от Австралии до Грузии еще могу поторговать. Давайте смотреть, что у них есть у кого-нибудь. Так, у этого ничего интересного. У Вавилона кофе есть. Ну, блин, может, с Вавилоном... Ему сахар не нужен.
Я бы с Вавилоном, честно говоря, не торговал. И так уже улетает. Так, у Турции тоже нифига. У Инка тоже нифига. И у Грузии. У меня, видите, лишний сахар. Есть и мне... Ага, у Грузии что-то есть. Ну, давайте. Так, алюминий она не будет давать, конечно же. Вход. Неплохо. Так, 2 реса и 15 вход. Да, еще мы следим. Видите, меня тут спрашивали уже в комментариях. Ну, спонсоры уже далеко посмотрели, спрашивали, что я тут беспокоюсь. Видите, мы уже 14 тысяч накидали, а еще 5 ходов осталось. А у меня должно быть не 14 тысяч, не столько денег. Поэтому я стараюсь себя ограничивать в покупках. Так, наверное, надо из Апу отправить. Я вообще, конечно, в Дели перебросил, чтобы тут пройти. Ладно, давайте пока отправим. Куда я вообще могу из моих союзников? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну и мы зулусов еще не встретили. Мы знаем, что есть зулусы. Из моих... К моим союзникам Бразилия далеко вряд ли добежит. Венгрия. Ну, возможно. А Китай где? То есть только если до Венгрии. Только если до Венгрии. Ну, вряд ли. Не, слушайте, добегает до Венгрии. Так давайте отправим. Мне, кстати, надо тогда больше венгерских городов открыть. Потому что я могу тогда карточку... Ладно, хорошо, а если просто на деньги? Может, это не так пока выгодно... 16 в Аякуче. Здесь вот вообще 15. Ну, наверное, все-таки в Чикуита лучше отправлю. Так, и здесь мы что возьмем? 3 очка за каждое чудо природы. Блин, а у меня хоть кто-то вообще бегает, ищет? Миссионеров практически всех я тут порастерял. Отступаем на лечение. Блин, что ж взять? К оружию, пульс паровой и реформа денежного обращения. Ну вот реформа, ладно, может реформу денежного обращения. Хотя у меня там караваны долго будут бегать. Извините. Блин. Ладно, давайте попробуем. Здесь живут драконы. Может еще откроем... Давайте здесь живут драконы, попробуем. Вдруг что интересного увидим. Так, надо убивать этого. В 2 раза больше. Этот может атаковать сильнее. И надо апостолов ислама тоже подраться. Вообще вот надо идти к австралийцу обращать его города. Я вообще тут открыть территорию, почему нет? Кстати, табаком еще могу торговать. Ну там можно торговать было только с Хаммурапи, по-моему, да? Осталось, а я не хочу с ним. Ну что, наверное, купим эту клетку, чтобы треугольничек из ферм получился. Дополнительное лечение. Ну, давайте, наверное, обращать. А, стоп, так это уже в индуизме. Да, просто стоим. И вылеченный миссионер опять
Может, сюда, вот к римским городам попробовать дообращать хотя бы Медиалан. Давайте попробуем Медиалан. Так, что мы дальше здесь делаем? Вырубить лес можно. Здесь кучу всего надо обрабатывать. Что у нас Дели обрабатывает? Какие клетки? Так, я не могу пока вот эти клетки передать. Я могу. А, потому что ап я не захватил, оно само ко мне присоединилось. Да, тогда отлично. Тогда вот это присоединяем. Блин, мне и запу, конечно, надо караван провести. Так, ну давайте тут ферму. Оно будет работать на вот этот ступенчатый колодец. Угольная электростанция в Дели. Значит, начало идти электричество. Да, только у нас угля нету. Блин, первый ход такой длинный всегда. Знаете, после сейвов ты вспоминаешь, что ты хотел сделать. Мне надо уголь у кого-нибудь покупать. То есть угля у меня даже рядом нету, да? Да, это плохо, конечно. Это очень плохо. Давайте смотреть, у кого по ресам больше всего угля. Кто готов? Араб. Ну, а с арабом... Раз, два, три, четыре. Я не имею права торговать вообще. Так что только с китайцем. Но вообще, я смотрю, угля только у трех этих есть. И он не продает уголь. Черт. И нефть я уже, по-моему, открыл, да? Да, и нефть у меня, кажись, 0,0. Да, вообще без шансов на нефть. Черт, ну и что делать? Ждать. Хорошо, там еще кто-то третий был с углем. Но я думаю, что и китаец не продает, то и третий не будет продавать. Рим. И Рим не продает. А я хочу проверить, чисто араб бы продавал. Араб бы продавал. Но мы не имеем права с ним торговать, ребята. Таков челлендж. С первыми пятью вообще никакой торговли ни ресами, ни караванами, ничем. Фак. Блин, кампус хочется поставить. Кстати, вот эти клетки тоже можно Дели передать. И вот тут ступенчатый колодец, кстати. Давайте мы лучше туда пойдем ступенчатый колодец сделать. Там и кампус на плюс один возможен. Ну, блин... Я бы лучше вот здесь кампус поставил, даже вообще ни на что, на плюс ноль считайте. Чем здесь, тут ступенчатый колодец хороший будет. Тут еще ферма будет, видите? Поэтому давайте кампус. Так, купим... так, купим строителя, только... Я, Бангалор далековато, карточки у нас стоят на дополнительные, не стоят. Ладно, тогда просто купим строителя здесь еще одного. И пройдемся по городам. Кампус мне важнее построить быстрее. Куча довольства и куча жилья. Блин, мне в Агру нужен губернатор. Виктор и Амани еще не взяты. Блин, вот как бы так еще кореец. Ну, Канди заберет. То есть я столько ходов был союзником Канди. И в итоге так не нашел ни одно чудо, чтобы получить... Чтобы получить реликвию. Но это прикол, конечно. Будет очень смешно, если чудо где-то вот здесь, прям рядом со мной. А я его не использовал. Так, миссионер тут лечится.
Один заряд у этого парня. Слушайте, а давайте вот его как раз отправим ступенчатый колодец сделать, а вот этот у нас... Этот у нас, давайте... Так, вот этот у нас появится, пускай скот обработает. Ну, тут еще куча клеток не обработана. Не вырублено, ничего не сделано. Вот тут у нас... Давайте этого сюда отправлю. Вырубать лес. Вавилон объявил войну зулусам. Отлично. Хоть какая-то война у Вавилона. Отлично. Там, правда, наверное, зулусов снесут. Кстати, нам надо проверить везде. По-моему, я везде посольство своим союзникам отправил. Надо еще, кстати, глянуть, с кем у них плохие отношения. Кому они могут войну объявить, или кто им может войну объявить. Да, минус. О, он вывел. Так, это... Тут не знаю, хорошо это или плохо. Плюс 5 боевой мощи. Но мне надо, наверное, на кирасиров. То бишь тяжелую кавалерию. Так, плюс 20% прироста, но минус... Можно, кстати, за себя проголосовать? Но я тут не буду... У меня города не отваливаются. Не буду чисто туда сильно вбрасывать. Тут тоже и всемирная выставка, в принципе, норм. А вот тут я побольше попробую, чтобы тяжелая кавалерия прошла. Опять же напоминаю, если не проходит предложение, то вам просто возвращаются эти очки, поэтому нету смысла особо экономить. Да, тяжелая кавалерия прошла. За что там еще голосовали? Да, очень многие, кстати, за тяжелую кавалерию. А Египет за что? За легкую кавалерию. Окей, дальше что? Ой, прошло мне плюс 20% прироста на силу. Вот так, кстати, хорошо. Я думаю, что минус 5 лайн на сей ход мы вытянем. Так, вопрос. Там 2 очка получил китаец. Не сможет ли он дипломатии? Нет, вряд ли. Блин, Хамурапи еще и культурой так неплохо идет. Ладно, не ваншотнули. Блин, мне кажется, надо атаковать кирасами. К 72 науки. Научную теорию открыли. Плантации плюс пищи. Давайте, наверное, пока канализацию, я вот не уверен, 2 района пригорода. 2 банка-то я могу сделать. И, кстати, наверное, их надо купить, я думаю. У меня должно хватать денег. Глянем, никто еще уголь не стал добывать. Ну, странно, почему китаец не хочет торговать углем, а араб готов торговать. Не знаю. Так, тут банк строится. Тогда мы один, наверное, только купим. В столице же. Ну, вообще, как бы, я не вижу проблем с лояльностью. Где тут еще может быть? Ну, в Апу самый максимум, который может быть. Хочу пока прокачивать. Ну что, проатакуем. Золото даст. Ну, стоим в обороне пока.
Блин, мне надо как-то кирасиром этим перевести этого апостола. Блин, я вообще производство мог поставить. А где у нас еще табак? У нас производство пока только на цитрусовых и на сахаре, да? У соперников на красителях есть. О, здесь вообще предприятие на мраморе. Он, по-моему, на какао. На вине. Так, ладно, а табак у нас где? Раз, два... Ага. Значит, табак я могу сделать либо в Калькутте, либо в Апу. Табак дает дополнительно веру. Я, наверное, все-таки вот этого тогда на табак. Нет. Создание военных юнитов. Ну, все равно в Калькутте. Хищение шедевра. Удалось стырить 200 монет. Диверсия, хищение средств. Блин, почему нету на науку ничего? Хищение средств пока. Мне надо на науку, мне надо догонять этих всех ребят. Культурный диалог. Мечети. Защитник веры. Довольство в городах с двумя специализированными районами. Не знаю, не вижу смысла пока строить. Можно мастерскую. Может, мастерскую здесь вообще купить. И уже проекты на науку читать. О, дает 3 единицы. Слушайте, а вот этого-то мне надо выкупить, парня. Наверное, за деньги стоит. Этот неплохо так добавит денег. Да, наверное, мастерскую купим и читаем проект «Исследовательские гранты». Кампус Чинае. Библиотеку куплю, универ строим. Нету, да, у нас... Не, есть еще Хатуса и Аншан. Хатусу хочется отправить, но, напоминаю, нам надо фес держать. Так, давайте, значит, веру тогда на апостолов. И пойдем в Австралию пытаться. Австралию обращать. Надо, чтобы прокачки появились на чужие цивилизации. Так, здесь библиотеку купим, универ строим. Лучшие дороги. Задание Лавент. Ну, Лавенты, что там у нас? Итак, 4. Я думаю... Не, Ватикан не хочу. Не, вообще мог бы... Ну, что у нас есть сейчас? Пятеро, да? Не 4. Если я поставлю первый посол, я могу засоюзить Ватикан. И, используя вот этого Джона Рокфеллера, а в как... 400 силы в каком радиусе? 400 влияния на города в радиусе 10 клеток. Мне кажется, это интересная штука. То есть я вот тут использую Рокфеллера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну да, Суана. Ну хотя три... Не знаю. Просто жалко... Жалко пока...
столько послов использовать. Ну, Канди, держись. Слушайте, а ему... А, не, вон кирасир стоит. Хотел сказать, что ему нечем захватывать, но кирасир стоит. Черт, вот если бы не эта бомбарда, я думаю, Канди бы дольше держался. Открытие национализма мы можем... Так, минус 50% к силе. Возможно, надо прокачивать сейчас бомбарду. Плюс мы построили... Короче, можем теперь за веру покупать. Надо купить бомбарду и вести корпус. Делать к этой бомбарде. Я, в общем-то... Денежки, точнее, веру копил как раз для этого, но, видите... Так, а если я отсюда сейчас похожу кирасиром, не уйдет ли... Не, вроде не ушло в осаде. Так. Стоим, тут лечимся, тут лечимся. Стреляю. Ну и надо сейчас покупать еще за веру юниты. Давайте, может... Блин, мне надо было в апу купить. Что я сделал? Надо было бомбарду в апу купить. Тут вон буквально один ход и... Ой, ой. Ой, дурачок. Так, тут я хочу ферму в первую очередь сюда. Тут один заряд остался. Дальше. Ну, Виктора, наверное, в агру, потому что не растет город нифига. Аквакультуру я лян... А, могу, кстати, повысить. Давайте еще, наверное, лян на аквакультуру. Блин, с другой стороны, у нас тут городов-то на побережье один. Не нужна ли мне тут аквакультура? Я думаю, нет. Мне не нужна тут аквакультура, ребята. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Сопилочку тут сделать. Так, какие прокачки, проходя мимо чуда природы, обратить всех варваров? Ну, блин. Такое, конечно... Ну, попробуем мимо чуда природы. Сейчас как этих будем использовать пока? Как скаутов в городах Австралии. Вдруг там все-таки чудо природы найдется. Ну, попробуем ракетостроение угнать. Есть часовня великого... Ну, это мы можем покупать все за веру. Дамба, храм, водяная мельница. Все фигня пока из этого. Святилище. А на шпиона давайте второго. В апу амбар. Ну, военная академия. Я и в чинае могу. Военная академия для того, чтобы сразу покупать за веру корпуса и армии. До районов 7 жителей должно быть. Я бы, конечно, кампус где-то строил тут. Давайте тогда пока все-таки рабочего. Блин, я еще что-то могу... А чего у меня так много прокачек губернаторских? Надо Амани, наверное, взять. Ну, тоже в город назначу, а не в ГГшку пока.
Видимо, в Хайдарабад. Национализм позволяет делать корпуса. Так, знаете что? Знаете что? Я куплю здесь бомбарду за деньги в апу. У меня точно должно хватать. И куплю за деньги кирасу. Или пушку лучше. Нет, кирасу. Нам нужны корпуса кирас. Значит, что мне еще тут одну бомбарду надо будет делать. Канализация. Озарение для канализации. А что там? Два при... Нет, не получится. Извините, ребята. Музыканта, музыканта. Торговый путь. Обратить в Веру Бандар Брюней и Венецию. Ну, можно попробовать Мапуче обращать с другой стороны. Так, куда мы дальше пойдем? Ну, вообще в мобилизацию надо идти. Вопрос через строительную инженерию или через выжженную землю. Доход от мародерства увеличивается. Наверное, через строительную инженерию сначала. Тут прокачка для губеров. Логистика промышленной зоны. Бонус соседства для промышленной зоны. Антикавалерийских. Меньше боевой мощи. Ну, вот это вообще интересно, но логистика тоже нужна. Пак. Черт. Ладно, пока оставляем так. Ну, просто его использую, не буду я, видите, Ватикан союзить. Но у нас три нефти появляется теперь. За счет этого можно арту открыть. Я думаю, что это надо сделать. Угольную шахту и броносить мы точно никак не сделаем. Давайте, стали варенье. 100%, ну, это и стены для наших городов. Блин, опять апостолы эти идут. Православные. Ну, православие тут, конечно... Как Вавилон летит по науке, так Грузия летит по религии. 65 городов. 65. Это, по-моему, даже больше, чем вообще у всех остальных религий вместе взятых. А, нет, 40 где нет. Точно нет, но... Знаете, не особо далеко. Там у всех остальных вместе взятых где-то 80 городов будет. Вообще, слушайте, прикиньте, сколько городов, да? Канди захвачен. Ну все, я без реликвий. Зашибись. Хорошо, Фес вот так защищен, его не может захватить Мапуче. Абидос надо брать и апгрейдить здесь бомбарды будет в арту. Так, давайте я здесь куплю. Бомбарду. Тоже делаем корпус. Мобилизацию ускорили. Блин, 82 силы уже. Надо отойти. Проблема в том, что эти стрельцы-пикинеры по керасам будут больно работать. Не, не буду грабить, я лучше вот сюда встану, чтобы соседство было.
Объединять не буду. Тут ферму. Может, ферму отдать? Не, да не, нормально и так. Апу тоже должен расти. Так, пошли смотреть, что тут в Австралии. О, Иуну, кстати. Подожди, так Иуну это ж египетский город. То есть он в свое время отвалился в пользу Австралии. А что у них по... Австралия... Не, Египет в нормальном, Австралия в темном, понятно. Так, а вот где у нас Вавилон, похоже, нет? Нет, это пока границы Египта. Мне надо чудо найти, хоть какое-то, хоть как-то. Так, бегал в Дели. Ну, наверное, из Апу надо все-таки отправить караванчик. Так, миссионер вылечился весь. Кстати, Канди ко мне отваливается. А если интересно, он ко мне отвалится, то или к Риму. Ну ладно, если он отвалится, могу ли я его освободить и опять получить очки? Так, в Рим я не могу посылать караваны, в Корею тоже. И туда не могу. В поте могу. Может, все-таки из Дели на производство посылать? Там же космопорты надо будет ускорять. Ладно, из Дели давайте. Пойдем исследовать Мапуче. Кампус здесь, библиотека, универ один ход. Слушай, ну давайте Хатусу хотя бы 3 сделаем, так? У нас универы уже есть. Аншан. Мне, конечно, на науку надо 400 науки у Кореи. Корея, кстати, космопорт еще не сделала. И меня, кстати, больше Корея беспокоит, чем Вавилон на самом деле. Что у Кореи наука будет всегда, а Вавилон вот свои вот эти ускорялки закончились у него, и все, что ему дальше делать? В Мумбаи банк завершен, значит, что мы тут ускорили экономику. Так, стали варенье сначала, потом экономика. И мне надо 3 линейных пехотинца вообще-то купить еще будет. Надо по одному пехотинцу в ход покупать такие. Банк завершен. Ну, я бы исследовательские гранты, наверное, читал. Универ завершен. Военную академию надо построить. Хотя бы одну. На академию мастерскую куплю. Так. А, селитра. Ну, так, может мне селитру кто продаст еще? Проверяем уголь каждый ход. Может, китаец... О! Накопилось у него достаточно угля, чтобы мне продать. И селитру он мне продал. Отлично. Давайте ему табак предложим. Так, а если я еще сахар предложу? 33 золота в ход. Ладно, давайте по максимуму этого купим. И селитры, наверное, штучек 20. Вот давайте так попробуем. 115 золота в ход. Если эти 72 очка вот этих предложу. А, он готов прям.
Хорошо, 36. Это уже мало ему. Среднее между этими 48, предположим. Мало. 58. Мало. Так, ну давайте... То есть 72, а 70. Ну ладно, я принимаю. Мне нужны эти ресурсы. Особенно уголь. Так, покупаем пока одного. Сейчас мы по одному так их будем покупать каждый ход. Топ, перекупили... А, Канди. Канди убили. Еще какую-то неизвестную ГГшку убили. О, сейчас науку получу. 130. Зашибись. И лукдуном сейчас попробуем тогда вот этим миссионерам тоже. Попробуем дообращать. Мне вообще... 1/5, даже больше. 1/4. Ну, где-то между 1/5 и 1/4 всей науки идет от верований. От последователей религии. Заработал электричество. Сейчас посмотрим, сколько мы в ход тратим. Ну, пока один. Ну, ладно. Но не так много электричества просто. Надо атаковать, я думаю. Нет. Следующим ходом, мне кажется, должны забрать Абидос. Такое какое-то ощущение имеется. И как раз следующим ходом сталеварение будет. Так, деньги. Ну да, давайте. Так, он как раз... Блин, а можно показать путь? Ну, он вроде как... А, нормально. Вот тут как-то дорогу проведет. В итоге. Кого повысим? Ну, аквакультура точно не нужна, я так считаю. Рейна, начальник порта. А где у нас Рейна сидит? Чиннаи. Черт! Что-то как-то... Ну, не знаю, может уже... Ну, блин... Мне кажется, рановато на гранты. Хотя... Ладно, давайте на гранты. И в Дели надо тогда проектики читать. Блин, канцелярию надо... Давайте исследовательские гранты. Купим канцелярию здесь, наверное. Так. Здесь за веру купим... линейного пехотинца и третьего там еще надо будет купить из Дели на производство. Куда он, ну, в свои города, понятно. Я хочу посмотреть и к соседям, как с Австралией. Могу в Австралию, кстати, могу посылать. Она что-нибудь побольше на золото. Нету. Ладно, давайте в Брисбен. Слушайте, а дайте я тут побегаю, может сейчас увижу город еще какой. Ньюкасл, например. Ладно, давайте обратим. 2 последователя всего в Брисбене будет, а есть сколько? 1. Ну, то есть я могу пока обращать, пока есть распространение, потом найдем... где-нибудь. Нет. Богу угодно, чтобы он уверовал в наши эти.
Вообще глянем Австралию. Чисто Австралию. Ну да, в Брисбен. До Ньюкасла даже не добегает почему-то. Может этих уже в эту сторону, типа там Австралию обращать. Вылечившихся. Следующим ходом обратим Лукдунум. Дорог нету никаких у мапучи вообще. Как живут, непонятно. Ну, продолжаем исследовательские гранты. Мне надо смотреть, какой следующий будет. Может быть, купить надо будет. Так, строительная инженерия. 30% к созданию строителей, 15% среди всех чудес света. Нафиг надо, да? Ну, урбанизация дальше, наверное. Вот и пригороды откроем. Эти на улучшение в золото и ресурсах. Кстати, вот это очень в тему сейчас будет. Наверное, с пушками. Хотя, сидеть, ждать. Блин, мне, наверное, надо поставить сейчас на улучшение скидку в золоте. Что мне сейчас надо будет пушки следующим ходом апать. Бомбарды в артиллерию. Чтобы разваливать Египет. Опа-па! Араб официальную войну. И Рим. Мне кажется, там кто-то кому-то... Так, ну, Рим... А кто мне страшен сейчас? Что араб хрен знает где. Мне кажется, они кому-то из моих союзников объявили. Особенно это касается Рима. Мне кажется, Рим Венгрии объявил войну. Лесопилка дает плюс производство. Так, смотрим. Педро объявил Саладину, потому что мне войну объявили. Китай Саладину мне. Матиш Саладину. Тоже, потому что они союзники. Нет, все-таки... Подождите, Педро объявил войну Трояну. Все-таки такое ощущение, что они мне сами объявили войну. Выглядит так. Ну ладно. Так, давайте забирать Абидос. Блин, а может все-таки не хватит сейчас силы его забрать? Да не, должно хватить. Да ладно, ну, последним лично канализацию ускорили благодаря этому, между прочим. И, кстати, я выполнил... А что там надо... А, два пригорода, да, благодаря захвату... Кайф. И выполнил задание Кахоки и Хатусы, зашибись. Это очень здорово получилось все. Так, Абидос, конечно же, сохраняем. И он даже не отваливается, прикиньте. Так, монумент я бы здесь купил просто. Ну и строил амбар. Тут вообще, я смотрю, жилья нету. Ну, следующие фивы. Не, дорогу не будем грабить. Давайте вот тут встанем, разграбим ферму.
отлично. Ракетостроение добыли, но на время пришлось сбежать. Так, последнего пехотинца покупаем, третьего. Не хватает 2 селитры, блин. Давайте с Китаем поторгуем. Ага, уже не продает пока уголь, но селитры мне 2 штучки буквально. За 20. За 15. Еще раз напоминаю, вот это накидали мне денег вот от этой просьбы о помощи. То есть я не, ну, я буду стараться, я, мы теперь не знаем, сколько у меня денег реально. Ну, я так думаю, что в районе так 1000 у меня должно держаться, потому что я покупаю тут постоянно. Но вот эти 16 тысяч я не буду использовать, это слишком легко. Я не знаю, как это, вот эту фигню убрать. Так. Стандартизация. Химия. Вряд ли мы до второго уровня союза сможем добить. Видите, тут 7 плюс 1. 17 плюс 1, и в Бразилии, ну никак, слишком, так что мы химию без ускорения откроем. Два раза больше. И реликвия, так, тут уже индуизм. А, вот этот город мы уже обращали один раз, поэтому если мы будем его обращать, нам не дадут... науку. Вот Нгулу мапу я не помню, но мне кажется, вот нам стоит сюда идти. Хотя и эти города надо обращать. Ладно, поехали в Брисбен, наверное, пока. Ух ты. Так, вот это, конечно. Так, ну тут-то мы обратим, я надеюсь. Отлично. 130 науки, по идее, получили еще. Ну, надо миссионера спасать. И вернемся. Блин, у нас 59 силы всего лишь, а тут линкор. Надо в Бангалоре что-то купить. Не хочу линкор, потому что будет тратить... Кавалерия 60. Наверное, кавалерию стоит. Что тут самое сильное у нас в рукопашне? Латник 45. Да, давайте, наверное, а кирасир 54. Не, кирасир круче. Тем более нам надо будет корпуса. Видите, 68 стала сила. Ну, еще зенитки уже стоят у... Надо вот тут какой-то город открыть. Тут явно какие-то города еще есть. А, вон где араб. Но мы туда не пойдем, конечно. Один ход... До возможности кампа. Давайте отложим тогда здесь производство. Больше нигде ничего строить невозможно. Заканчиваем ход. Сейчас будем апаться во рту. Не, ну, Египет, я думаю, мы забираем. Я не вижу. Мы теряем людей, производят даже нашу человечность. Это из-за войны, типа. Так и не я войну объявлял. Даже Египту нет. Да, кстати, я напомню, что я теперь... подожди, а как это сделать? Типа, я с Римом и...
Давайте сделаем так. Если они предложат все-таки мир... Я не знаю, или мы не миримся вообще. Наверное, вообще не миримся, я думаю. Правильнее так будет. Экономика — это субъект, который не очень респектирует. Позволяет создавать корпорации, но мне, по-моему, корпорация только если на табаке. И вопрос, нужна ли она мне. Нет, что-то не хочу под Асуан еще подставляться. Так. Как мы тут сделаем? Наверное, вот сюда отступлю, вылечиться. Арту здесь апнем. И здесь апнем. Так, проблема в том, что нам нужен еще этот воздушный шарик, а мы его не открыли, по-моему. Да, он здесь. Знаете что, нам надо авиацию открыть за один ход, и потом только стандартизация. Нам нужен этот воздушный шарик, иначе у нас арта не будет дофив добивать. Кроме того, нам две пушечки нужны. Ну, для корпусов. Так, мы А, все, уже 7 жителей, кампус. Где нам кампус? Нет, там, где плюс один, мне не нравится. Ну, просто вот сюда поставлю, наверное. Или вот сюда еще с пригородом какое-то соседство пускай будет. Тут какой-нибудь район в будущем. Так, исследовательские гранты продолжаем, потому что у нас... Пингала на них прокачан. Посмотрим, какой нам следующий ученый там будет. Ой, Уну отвалился. Блин, я бы поплавал, наверное. Не знаю, Ньюкасл тяжеловато обращать пока. Или можно вот этого проатаковать, парня. Место обращения Брисбена. Ему тут некуда деться уже. Так. Сколько сильно религии разные? Плюс 17, моя плюс 16. Ну, в принципе, можно обращать. В том случае пробовать. О, опять приперся. Православный. Тут стоим. Я вот думаю, покупать мне пушку или нет. Арта, Корпуса артов, да как это по-русски это? Корпуса арты, вот так по-русски правильно. Слушайте, вон у нас уголь. Может, Кирену лучше сначала взять. Ну, Фивы тоже нужны. Это важный город, 16 населения, он тут влияет слишком хорошо вокруг. Так, что-то не полез на меня здесь линкор. Еще раз грабим, может.
Нафига мне эта каравелла? Мендес ко мне отваливается. Не, ну логично, логично. Так. Вагри-шпион. Один ход до райончиков. Давайте подождем. Не будем ничего строить пока. В Хайдарабаде универ. Промышленная зона на плюс один. Блин, тут, конечно, бы... Ну, я, походу, поставлю себе кампус, ничего не... Ну, не вырубая лес, к сожалению, нету. Нету рабочих. Так, дамба только здесь ставится, акведук здесь. Только промышленную зону можно будет здесь. Давайте, наверное, рабочего купим. Блин, и торговца купим. Торговца в Дели. Так, агро, мы ничего не стоим. Что в Хайдарабаде все-таки делать? Давайте, наверное, святилище два хода. А давайте на электричество посмотрим. По идее, оно должно сейчас... Ну, работает... А, ну вот радиус виден, да, что Апу, Чинаи, Мумбаи... Да, в Хайдарабаде нужна промышленная зона для Агры, Бангалоры и Хайдарабада где-то поставить. Там нету энергии. Нету зерна, потому что тут просто нету еще зданий, которые энергию требуют. А в Дели это чисто угольная электростанция. Может, я его рано построил, кстати. Типа, у меня просто угольная пока тратит уголь, и все. Больше нету зданий, которые бы тратили... А, блин. Которые бы тратили энергию. Начинает центр коммерции. Сделать, наверное, стоит. Ну, тут без всякого соседства, наверное, вот сюда просто поставлю. Нету речки, чтобы соседство для центра коммерции, и районов рядом нету. Так, остальных все. Агро на один ход откладываем, чтобы начать кампус строить. 311 науки. О! Вавилон предлагает алюминий за уголь. Не, подожди. Уран ты не дашь, да? Раз он готов углем торговать, ой, углем, алюминием, я бы у него купил его. $26 денег в ход. Ну, наверное, соглашусь. У нас уже 20 алюминия, то есть самолетики вполне. То есть мы можем просто в самолеты открывать современно, они же даже мимо алюминия... Нет? Нет, не мимо алюминия. Да, сейчас кто-то... Мне кажется, сейчас Австралия присоединится к кризису против меня. Ну, давайте так, по кризису, если кризис проходит, ну, то есть, грубо говоря, заканчивается, то можно... Да, Австралия присоединилась, Саладин... То можно мириться с теми, кто участвует в кризисе. And the growth of urban concentrations that led to anonymity.
Поддержание юнитов, скидка в золоте на все. Ну, мне пока нечего апать. Так, значит, в Абидосе надо купить шарик. И он пока только на эту арту будет работать. Ну, нормальненько снимает. Мне надо на эту сторону перебраться, чтобы в осаду взять. Так, что тут Австралия может мне сделать? Ну, например, апостолов поубивать, да? Блин, а чё? А почему я тут ход потерял? Отсюда сюда на одну клетку походил, и все, минус ход. Не смогу тут я домой вернуться, да? Ладно, давайте сюда встанем, попробуем на Тиморское море спуститься. Так, у нас два... Не, ну тут ждем, тут надо будет в Хатусу и Ваншан до конца добить. Но это после постройки лабораторий. Не, ну видимо надо внутри посылать, потому что слишком много войн началось. Будут грабить караваны очень усердно. Это, походу, Первая мировая, ребят. В 1620-м. Первая мировая. Так, давайте в Агре кампус. Наша ромашка наконец завершится. Надеюсь, вы мне написали, почему у нас здесь колодец не строится. Так, апать мне пока не... Хотя, подожди, следующим ходом можно будет впихать... Ну, пехотинцы требуют нефть, которая у меня тратится на арту. Кстати, а давайте мы вот здесь купим арту. Как раз корпус. Подожди, а сколько сейчас потребляется нефти? Да, значит, одну нефть в ход будет потреблять. Странно, а почему мне позволяется купить за веру 545, хотя стоит 4... Хотя у меня веры 449. Я реально могу за веру купить? Не, это глюк. Интерфейс, видите, не дает.
Так, арта и воздушный шарик. Здесь и будем... Ну, пока... Сюда будем работать, но будущее... В будущем нам самолетики сделать. Ну, тогда, наверное, содержание пока поставлю. Или логистику, чтобы быстрее бегать. Дайте, наверное, логистику. Кстати, религиозные войны у меня работают. Да, работают. Так, дальше идем в мобилизацию, естественно. Очень далеко. Видите, как я отстаю по культуре? Мне бы в демократию или коммунизм выйти побыстрее. Так, Иуну отвалился от Австралии, но присоединиться хочет к Австралии. Ясно. Так, что у нас по великим людям? Пока непонятно, что тут за ученый. Ну, этот ученый мне не интересен, как вы понимаете. Венгрия. Ну, если я раньше в него выйду, то я просто пропущу его. Так, с Мапуче мы не можем торговать. Вообще никак. То есть даже не рассматриваем. Раз, два. Вот с этими пятью не можем никак торговать. Интересно, как там с Римом война. Так, что-то... Миссионер был уничтожен. Жаль. Столько музыкантов всяких. Фермы начинают больше всего давать. Но у меня все еще дофига довольства, просто немерено. Блин, может, все-таки стоило сюда эту арту? Смысл мне тут разбираться... Блин, а повели, наверное, арту туда. Вот я немножко... Ну, правда, корпус я только здесь мог купить. Вапу я не мог. Мендес присоединился. Берем, конечно. О, и даже рабочего дали. А, нет, это не мой, это египетский. Ну что в Мендесе? Монумент точно надо строить. И строителя, наверное, куплю. Тут даже нехватка жилья. Давайте чисто на производство пускай. Так, послов копим, чтобы можно было после лап. Так, давайте Хаббард, я надеюсь, мы обратим. Не будет пока, да? Преобладающей религии. Просто поплаваем. О, Мельбурн. По сути, тут у Австралии прям свое внутреннее море. Все строит статую свободы. Ты. Армия стрельцов и пикинеров, армия пушек. Ауч. Мне надо как-то. Видите, я не могу через речку перебраться, чтобы окружить. Ладно, давайте здесь просто будем создавать поддержку с флангов. Он из-за зоны контроля не может... А, тут еще и холм, тем более, не может пока на арту нападать. Я бы тут постоял пушкой, посмотрел, что можно сделать. 80 монеток, это 80 монеток. Неплохо. Разжились денежкой. Так. Так.
Надо обращать, я думаю. Это раненые тут апостолы. Не думаю, что он мне там что-то много чего сделает. Так, вот здесь я хочу 100% колодец ступенчатый. Ну, откуда тут миссионер? Так, непонятно, откуда там миссионер. Он вроде там не лечился. Или я его купил случайно? Так, а второй шпион возвращается в Дели пока. И мне бы каперов, наверное, настроить, чтобы вот это все тут... Ну, если я сюда влезу, то убьют мне каравеллу. Давайте, может, пока отъедем, подождем, чтобы он отремонтировал. Святилище. Не, ну, слушайте, нужна промышленная зона. Я бы, наверное, вот здесь... блин. Нету соседства с кампусом, получается. Блин, я даже не знаю. Ну, наверное, надо промышленную зону все-таки просто так бахаю пока. Производством все время тут все очень плохо с производством. Так, нехватка жилья, это понятно. Озарение для двигателя внутреннего сгорания. 321 наука. 366 у Кореи. Да, ну я уже третий по науке, но отстаем. Ну, зато космопорт никто еще не построил. Так, ну после химии мы, очевидно, пойдем все-таки, наверное... Или, блин, сразу в самолеты идти. Черт, черт, черт. На самолеты важнее, мне кажется, для... А потом ракетостроение. Да, но это уже, видимо, ребята, в следующей серии. Это была очень длинная. Разбирались еще, что тут как. Немного ходов прямо, скажем, сделано. Но они все качественные. Захват Египта идет по плану. Нет, давай ты у меня... Не будешь ни это больше спрашивать, ни это больше спрашивать. Алюминий, ну, предположим, спрашивай. Может быть, мне придется в следующем когда-нибудь его продавать. Ауч, минус. Да, там очень больно уже стреляет пушка. Ну ладно, в следующем, я же скажу, в следующей серии будем смотреть, как нам тут действовать. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Слава Украине, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.